Глава 10. Стояло теплое весеннее утро, когда дракон достиг Эльдораса. Мягкие солнечные лучи, просвечивавшие сквозь лазурные и перистые облака, нежно ласкали твердые стены столицы королевства людей. Сверху город был не похож сам на себя. За считанные часы прекрасная столица людской цивилизации, огромнейший торговый порт, превратился в самый настоящий укрепрайон, коим когда-то являлся разрушенный Бурьгород. На переоборудованных башнях стояли крепостные катапульты и баллисты, готовые вести стрельбу по врагу при первом его появлении. Поражало то, насколько быстро город был подготовлен к обороне. Несколько дней назад в это место стекались торговые караваны и обозы. А теперь перед стенами ощетинились в несколько рядов вереницы чистоколов, а на пустовавших стенах уже стояли воины, готовые отразить атаку в любой момент, и котлы с наспех приготовленной смолой. Одним словом, любой странник, подошедший к Эльдорасу, наверняка бы задался вопросом, туда ли он вообще попал. Когда наш чешуйчатый герой приземлился рядом с огромными деревянными воротами, обитыми мощными переплавленными кусками железа, сию минуту на всех пяти одиночных башнях и двух башнях караульного помещения загорелись яркие огни костров и факелов. Из бойниц высунулись натянутые луки, и наконечники холодных стальных стрел засверкали на мягких солнечных лучах. Не прошло и минуты, как на дракона было нацелено все имеющееся у защитников дальнобойное оружие. Через несколько мгновений, протиснувшись через плотный строй лучников, на стене показался Эзраэль. Его прочная стальная кольчуга, опоясанная толстым кожаным ремнем, сверкала на тусклом солнечном свете утренней зари. На поясе в роскошных золотых ножнах висел длинный двуручный меч, рукоятка которого была обрамлена покрытием из чистого золота. На голове, закрывая жесткие темные волосы, ютился шлем, закрывавший почти все лицо. На макушке шлема красовалась крошечная фигурка всадника на коне, вставшего на дыбы над змеем. Высунувшись из бойницы, Эзраэль громко воскликнул: «Я рад тебя видеть, друг! Мы уже начали за тебя волноваться!» Обратившись к лучникам, которые были в недоумении от увиденного дракона, он отдал приказ. «Это свой! Открыть ворота!» В этот момент мощные дубовые ворота, ведомые огромными цепными механизмами внутри караульного помещения, дрогнули и с лязгом начали открываться перед драконом. Дождавшись, пока проход будет свободен, наш герой с понурой головой вошел в город. Каково же было его удивление, когда перед ним, собрав все свои пожитки, появились все жители города, с надеждой смотревшие на него. Каждый из них, сверля взглядом тот лучик надежды, коим представлялся им дракон, молча ждал благих вестей, которые бы придали им надежды в столь трудный час. Никого не волновало, что перед ними стоит живой ледяной дракон. Главным было услышать то, что завтра они смогут вздохнуть спокойно и продолжать свой ежедневный быт. Наш герой не знал, как сказать людям, что помощи не будет. Он не представлял, каким хладнокровным и бездушным существом надо быть, чтобы лишить этих невинных людей надежды в тот момент, когда им больше всего не хотелось ее терять и отпускать от себя. Что скажут они своим детям, чьи невинные глазенки выжигали в сознании дракона последние атомы рассудка? Что будет с духом тех солдат, которые сейчас, сквозь прорези в шлемах, смотрят на него с надеждой? Нет, они не должны узнать правду. Не должны. Мысленно перебирая в своей голове слова для речи, он не заметил, как сзади к нему подошел Эзраэль. «Они ждут от тебя вестей. Кто-нибудь откликнулся?» Тихо спросил он. В ответ дракон еле заметно помотал головой. «Мне жаль», с горечью сказал Эзраэль. «Но что ты им скажешь? Они ждали тебя все это время и жадно пожирали взглядом горизонт в надежде увидеть тебя». Наступила пауза. Народ уже начал беспокоиться и подозревать неладное. Тогда дракон, ответив Эзраэлю: «Я скажу им то, что они хотят услышать. Правду.
собрался с духом и воскликнул. «Граждане Эльдораса! Друзья! За время моего долгого путешествия я был у многих народов, во многих городах, деревнях, пытаясь найти хоть какую-нибудь помощь или поддержку. Я знаю, что обещал привести хотя бы горстку воинов, но я не смог добиться желаемого. Никто из королей не откликнулся на мой призыв помочь нам в борьбе за судьбу единоземья». Он сделал короткую паузу. Народ на улице оживился, но не в лучшую сторону. Послышался плач женщин, детей, успокаивающие речи мужей. «Наши союзники высказали множество причин, по которым они не хотели или не могли вступить в войну. Но я вижу только одну единственную причину, по которой они все не пожелали помочь нам. Имя ей – трусость. Именно эта старая корга, затмившая их разум, помешала им принять единственное верное решение в этом случае. Согласие помочь нам всем в борьбе против нашего общего врага. Я надеюсь, что в этот день она не помешает вам бороться до конца в сегодняшнем бою. Я знаю, что не все вернутся из сражения живыми. Но знайте, что ваша смерть не будет напрасной. Мы долго отступали, каждый раз вкушая вкус поражения. Но сегодня мы покажем им, что мы будем бороться до конца. Здесь решится судьба единоземья. Каждый из вас, даже тот, кто не может держать оружие, пусть знает, что каждое ваше действие, будь то битва на мечах, тушение пожаров, заделание брешей в стене или даже элементарное подношение камней и стрел, будет играть очень важную роль в этом сражении. Отныне вы будете не плотниками, не кузнецами, не фермерами, а доблестными защитниками Эльдораса, сынами своего отечества». Народ на улицах оживился, и теперь каждый с упоением и гордостью слушал речь дракона. «Да, враг силен. Он превосходит нас числом, оружием, осадными машинами. Но я верю в то, что их военная сила, какой бы мощной она ни была, не одолеет вашу доблесть и отвагу. И в этот день война обломает свои корявые зубы, а ваш непокорный дух. Итак, вы готовы обломать зубы врагу, чтобы он навек запомнил, с кем имел дело, и не осмелился подойти к этому месту меньше, чем на 1000 миль? Раздался дружный крик, огласивший мощные стены города. «Тогда готовьтесь к битве и отдохните как следует. Сегодня будет жарко», — сказал дракон. Отвернувшись от толпы и посмотрев на Эзраэля, который в этот момент с искренней улыбкой на лице кивнул своему чешуйчатому приятелю в ответ, дракон тяжело вздохнул. «Да уж, может, зря я сказал им правду. Как думаешь?» «Может быть», — ответил Эзраэль, обратив свой взор на стену. «А может и нет. Ты сказал им то, что они хотели услышать. Ты вдохновил этих людей, зажег в их сердцах пламя борьбы и дал надежду, желание сражаться, защищать родной дом. Чего им еще нужно в это непростое время?» «Наверное, ты прав, Израиль», — усмехнулся дракон. «Спасибо. Всегда пожалуйста», — ответил его друг, похлопав по массивному плечу. «Так каков план?» — спросил чешуйчатый собеседник Эзраэля. «Мы должны сделать все, чтобы враг не пробрался внутрь. Если тараны пробьют ворота, и вся эта армада войдет в город,
пощады не будет никому. Наша оборона развалится, как карточный домик. Поэтому, на худший случай, все жители должны быстрее бежать к порту и грузиться на корабли. Один из нас, если останется в живых, должен будет привести их туда. Ясно, сказал дракон. Что ж, дружище... Эзраэль протянул свою руку, одетую в крепкую кожаную перчатку, навстречу дракону. Не зря, наверное, судьба свела нас вместе в этот день. Думаю, мы победим. Я в этом уверен, ответил дракон рукопожатием. Чувствую, что удача сегодня будет на нашей стороне. И еще... Только и успел сказать Эзраэль, как вдруг его речь прервал оглушительный рев трубы дозорного. За ним раздалось громогласное оповещение капитана охраны. «Враг на подходе! Гарнизон! К оружию!» Среди войска защитников началась суматоха. Солдаты, сломя голову, бежали к башням и быстро поднимались по каменным лестницам на стены, занимая позиции между мощных каменных зубцов. На башнях зажигались ведра с горючей жидкостью для стрел баллист и камней катапульт. В котлы заливали раскаленное масло. На башнях корольного помещения подняли знамена и штандарты королевской знати. Поняв, что медлить нельзя, дракон в последний раз посмотрел на Эзраэля. «Ну, друг, пора. Береги себя», — сказал дракон, и, расправив крылья, под восторженные крики толпы взмыл в небо и устремился на городскую стену. Приземлившись на участке стены между защитниками, он заметил Гилруя, обнажившего свой обоюдоострый меч, прикрывшись крепким прямоугольным щитом. По его выражению лица было понятно, насколько сильно струны его нервов были напряжены в тот момент. Пот, текший градом из-под металлического шлема, частые изгибания-разгибания пальцев руки, державшей меч, трясущиеся колени – все это прямо указывало на то, что Гилрой боялся предстоящего боя. Но несмотря на это, его нельзя было обвинить в трусости. Боялись абсолютно все. Даже дракон. Просто кто-то сдерживал себя, а кто-то давал своим чувствам небольшую слабину. Но нагнетающее ожидание предстоящего сражения трепало нервы всем, без исключения. «Друг», — сказал дракон, обратившись к Гилрою. Тот, отвлекшись от тревожных мыслей, обратил взор на своего крылатого товарища и стал внимать словам дракона. «Если вдруг Эзраэля убьют, ты становишься на место военачальника. Держись сколько можешь. Подбадривай солдат, помогай раненым, выливай смолу из котлов, сбивай лестницы. Делай все, чтобы не пустить врага на стены. Но если сил не останется, и враги все же ворвутся в город, уводи всех в порт. Если оба выживете, вместе погрузите людей на корабли и уплывайте отсюда подальше. У них тоже может быть флот, патрулирующий прибрежные воды. Так что будьте осторожны». «А как же ты?» – спросил Гилрой. «Город не должен достаться врагу. Если мы проиграем, то и они лавров не снимут. Эльдорас построен на огромном гейзерном поле. Еще перед закладкой первых фундаментов зданий первый монарх королевства столкнулся с проблемой. На этом месте находится огромное поле гейзеров, черпающих свою энергию из нагревающегося пара от испарения морской воды. Он как мог выровнял поле и при помощи инженеров-гномов поставил мощные заслоны над каждой дырой в земле. Хоть их и не планировалось открывать вообще, король повелел поставить мощный рычаг неподалеку отсюда, который бы открывал эти заслоны. Если найти этот рычаг, весь город взлетит на воздух. Понял?» «Да», — ответил Гилрой. «Ты веришь в то, что кто-нибудь откликнется на твой призыв?» «Скажу так. Одна половина моего рассудка упорно твердит мне, что глупо верить в шанс, что эти бездушные управленцы приведут сюда хоть кого-то, не говоря уже об армии», — сказал дракон. «Другая, что нам повезет, и мы сможем каким-то чудом отстоять Эльдорас при помощи наших союзников». Внезапно в разговоре двух друзей наступила непродолжительная пауза. Решив прервать неприятное молчание, Гилрой спросил. «А какой больше симпатизируешь ты?» «Второй, конечно, что за вопрос?» Усмехнулся дракон. «Вот только верится в это не слишком сильно».
Но, как говорится, надежда умирает последней, не так ли? Ха, трудно не согласиться, ответил Гилрой. И в этот момент со стороны стены раздался громкий зов Горна, сопровождаемый криками. «Враг на горизонте! Обнажить оружие!» Оба в этот момент поняли, что настал тот самый роковой час. Час испытания доблести, духа, убеждений, отваги и мужества. «Ну, друг, пора», — сказал дракон, на прощание похлопав по плечу Гилроя. «Береги себя». «Ты тоже», — улыбнулся в ответ юный защитник Эльдораса, кивнув головой и засмеявшись. Дракон расправил крылья и устремился на башню караульного помещения. Приземлившись между знаменосцами и гарнистами, над головами которых развивались широкие полотна королевских знамен, он начал пристально всматриваться вдаль. В тот момент, когда его зоркий глаз заметил некое движение на горизонте, по его чешуйчатой спине пробежали мурашки. Огромное черное пятно, ощетинившееся копьями, щитами, мечами и верхушками осадных орудий, неумолимо приближалось к несокрушимым стенам славной столицы королевства людей. Всадники, пехотинцы, лучники, катапульты, анагры, гарпии, драконы, осадные машины, лестницы, тараны. Вся эта сплошная несокрушимая масса, уничтожая все на своем пути, тяжелой поступью все ближе и ближе продвигалась к Эльдорасу, топча славные плодородные луга окрестных крестьянских угодий. Над головами солдат в черных доспехах трепались огромные черные знамена с рисунком красного посоха, обмотанного фиолетовым полотном. Со стороны этого войска веяло невыносимым смрадом сожженных деревень и городов, который приводил в трепет каждого мужа, вставшего в этот день на стены родной столицы. Каждый из них понимал, что за этим пробивающим в дрожь отвратным запахом скрываются жизни их жен, матерей, сыновей, родственников, друзей, которым не посчастливилось дойти до спасительного ковчега, которым в это тяжелое время стал славный город Эльдорас. Но все они были полны твердой решимости во что бы то ни стало отстоять сей последний оплот отчаявшихся и потерявших надежду. Каждый из вставших в тот день на стены города, чтобы хоть как-то убрать от себя мысли о позорном бегстве, крутил у себя в голове одну единственную фразу: «Отступать некуда. Позади вода». И ведь действительно это было так. Кораблей в гавани было немного, поэтому все жители города просто физически не смогли бы покинуть порт. Место же в торговых судах, покинувших гавань на рассвете, к сожалению, хватило далеко не всем. Внезапно со стороны черной армады врага, звеневшей копьями, мечами и топорами, послышался оглушительный рев горнов и одиночные выкрики командиров, приказавшие солдатам замереть на месте, остановили движение громадного войска. Гарпии и драконы опустились на землю. На осадной башне начали лезть лучники, занимая позиции между деревянных зубцов верхних уровней. Метательные орудия, которым уже вовсю подносились боеприпасы и ведра со смолой, выставлялись в 4 ровных ряда в шахматном порядке. Кавалерия двинулась в арьергард войска. Вперед вышла пехота, выкатывая осадные щиты. В ходе этой суеты никто из защитников не знал, что делать. Самое жуткое чувство пробирало до кончиков костей. Чувство беспомощности и неотвратимости судьбы. Вот в чашах метательных орудий один за другим вспыхнули ярким рыжим пламенем камни, облитые смолой. Со стороны войска донесся дружный воинственный крик, раздавшийся по стенам Эльдораса пугающим эхом. Вот уже все 4 ряда горят ярким пламенем преисподней, пробуждая в солдатах питательную силу бога страха – Фобоса. Скоро отпустят артиллеристы ручки орудий, и вся эта разрушительная мощь
на потеху Аресу, устремиться в серые стены города у реки Эльдатур. Мучительное ожидание. Наконец, раздался громкий возглас командиров, дрогнули катапульты, и огромная вереница рукотворных огненных звезд, затмивших ясное небо столицы, устремилась в сторону прекрасного города у моря. Бой за Эльдорас начался.